Министр культуры Бурятии Сыйлмаз Агаева встретилась с победителями всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица». Это трио инструменталистов «Алтаргана» и их преподаватели. Напомним, что Марина Цыбенова, Тимур Найданов и Юлия Жамбалова стали финалистами конкурса и исполнили всенародно любимые композиции с известными рок-музыкантами. Ребята прошли жесткий отбор, и их выбрали из 10 тысяч желающих по всей стране. Министр культуры поздравила юных артистов и пожелала им дальнейших успехов. Ребята, гордитесь, и ваши преподаватели будут вами гордиться, и ваши родители, скорее всего, да, и вообще вся школа ваша вами гордится, вся Бурятия гордится. Мы вам желаем больших творческих успехов в будущем. Мы вам желаем того, чтобы этот конкурс, это был первый шаг ваш к успеху. Своими впечатлениями от поездки и участия в конкурсе поделились наши юные победители. Мы познакомились там с джазовым трио, получается, которые потом выиграли. По крайней мере, я. Семен. Семен? Он играл на рояле. Да. Сыйлмаз Агаева особо отметила работу преподавателей и конкурсантов. Тут большая заслуга еще преподавателей. Вообще, организаторы конкурса, они изначально попросили, чтобы дети выезжали с преподавателями, чтобы сопровождали их не родители, а именно преподаватели. Потому что, во-первых, они там уже решали, организаторы, какие они будут играть композиции. То есть на ходу пришлось выучивать, переучиваться, и, конечно, преподаватели большой вклад внесли. Плюс очень редкие инструменты, и преподаватели там нужны были для того, чтобы настраивать правильно сразу же инструмент, чтобы он звучал. Большая работа преподавателей. Хочу сказать вам большое спасибо. Также в ходе беседы открылись некоторые секреты конкурса. Так как организаторы конкурса сами предлагали ребятам исполнять на выбор разные композиции разных авторов, приходилось перенастраивать заново инструменты, много работать над неизвестными ранее им произведениями. Преподаватели рассказали, с чего все начиналось, как ребята попали на конкурс. Мы связались с БГТРК нашим местным. Они организовали один день и взяли весь наш регион. И в этот один день прослушивали полностью всех на студии БГТРК. И мы все участвовали как солисты. Сложно было, конечно, самое первое. Начально нот не было. Очень хочу благодарность объявить нашему Нямдош Бакша. Он нам написал партии, и вот по этим партиям мы сыграли, вот и на финал попали. С Тимуром мы много конкурсов занимались. В Казахстане гран-при получили, на крыльях талантов по три раза первый месяц, один раз гран-при. Много. В этом конкурсе тоже хорошо участвовал. После дружеского чаепития министр культуры Сыйлмаз Агаева вручила памятные подарки конкурсантам и преподавателям, пожелала дальнейших успехов и поздравила всех с Новым годом.